Настя, Аня, Хамик. Сьогодні на моєму відео буде допомагати моя подруга Каріна. Спасибо за 500 підписчиків. Ми зараз будемо украшати яйця, кваски, будемо робити декор. Нам понадобятся салфеточки, уксус, краситель, желатин, ножницы, яйца и чашки. Да, пакет с красками. Я зеленый, а ты синий. Все высыпать. Тут насыпали красители. Сейчас будем горячей водой это заливать, и вы увидите, какие мы тут цвета сделали. Вот вода наша. Наливаем водичку нашу. И налили воды в чашки, и теперь вы видите, какие цвета. Тут зеленый, тут красный, тут оранжевый, тут желтый, тут синий. Теперь наливаем ложкой уксусу. Мы уже размешали краски. Теперь нам надо положить в краски яичко. И ждать 2 минуты или 1 минуту. Аккуратно. Опустила. Так. Теперь другое. Так у нас сейчас будет красная похожа на розовый. Оранжевая. Ты положила ее сюда? Да, я положила. Тогда туда. Теперь мы уже все, яички мы уже положили. Теперь нам надо вот такие вот узоры разные вырезать. И потом наклеить будем на яичко. Наши салфетки вырезали, и наши яички покрасились, и мы их аккуратно сюда вложим. Так, вложим. Вау. Вот мы уже высунули наши яйца. Теперь мы их будем поливать оливьей. А я буду разрезать желатин, и будем делать наш декипаж. Сейчас мы окунем яичко в желатин и приклеим нашу салфеточку к яичку. Будем делать. Такая у нас рисуночек получается. У меня все руки теперь желатины. У нас яичко получилось. Ложим. И делаем такое же самое с всеми салфетками и с яйцами. Давай. Зайчик. Такие у нас яички получились. Мы сейчас вам половину яиц покажем. Вот такое. Вот такое есть. Красивые. Очень красиво получились с такими зайчиками. Такие разными сторонами. Вот такое красиво получилось. Мишка и цветочек. И у нее цветочек красивый. И у меня на этом все. У нее.
и вот такое. Цветочком. Цветочком. И вас поздравляю с наступающим Пасхой. И подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока! И всем пока! Блин, мне треснуло! Ни у кого. У меня треснуло чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть.